Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор пищевого красного красителя. Мир 21 века украшен многочисленными красками. Днем мы наблюдаем красочные вывески и яркую неоновую продукцию магазинов. Заходя в кондитерскую лавку, мы видим радугу цветов на пирожных и тортах. Все это раскрашивается специальными красками, которые берут начало из натуральных пищевых красителей. Красители добываются из органических компонентов, которые не обрабатываются и не очищаются химическими ингредиентами. Все цвета и оттенки являются созданием самой природы, полностью натуральными. Пищевой краситель – это готовый к работе жидкий концентрат, растворимый в жидкости. Окрашивающие свойства, присущие ему, не замутнят основной продукт, а только придадут ему цвет. Добывают из растений, корений, фруктов и овощей. Полностью растворяется в воде. В большой таре разрешен небольшой осадок. Практически все красящие вещества для кулинарии и косметики и кондитерского дела, а также маловарения создаются из пищевых красителей. Одна из особенностей красителя – это то, что он мигрирует. Очень важно в маловарении, чтобы слоя были цветными и прозрачными. Это повышает продажи. Свойства применения таковы. В маловарении, когда вы варите мыло прозрачными слоями, краситель сделает каждый слой прозрачным и яркого цвета. При окрашивании масок для волос, шампуней и гелей для душа, чтобы придать товарный вид изделию. Также используют мигрирующие красители в производстве детской декоративной косметики. Для создания плотного цвета мыла ручной работы применяют краситель с белой мыльной основой. Также подойдет в производстве кремов для тела, бомбочек для ванн, если вам необходим сочный цвет косметического препарата. Вот такой бутылочке мы отправляем пищевой краситель красного цвета нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!